План-то сформулирован. Конечно. Он сформулирован в майских указах прошлого созыва, в майском указе нынешнего итерации вот этой. Вам говорят, нужно бедность сократить вдвое. Чем это не план? Я сейчас прямо даже нужен саундтрек для того, чтобы... То есть наступает май каждого года. И начинаются как бы майские указы. Они говорят... Нужно там бедность сократить вдвое, запретить нищету, там, улучшить жизнь, отменить визы на Мальдивы, я не знаю, там, Россия мирная страна, доходы растут, как бы... Растут, я сказал. Все, растут, да. Все хорошо, благосостояние населения увеличивается, российская армия миротворцы, мы герои, верьте лидеру, он не будет врать. Я понял. Ответ понятен. Спасибо. Да. Это Василий Обломов в нашем эфире.